Доброе время суток, друзья. Вот, иду на рыбалочку обратно. Что будет, посмотрим. Вот люди отдыхают. Палаточка стоит. Видать, с ночевкой были. Вон они там стоят двое. Лодочка стоит у них. Вот остров. Вот до деревьев дойду. И тоже буду располагаться. О, кто-то летит, друзья. Российские, наверное. Ну ладно. Так, ну вот, друзья, первая густерка есть. Первая густера есть. Хорошая густерка. Ай-яй-яй-яй-яй, о, оторвалась. Сама оторвалась. Вот такая густерка, друзья. Вот, начало есть. Вот и второй спиннинг сработал, друзья. Тоже густерка. Также на кукурузу. Вот там клюет. Там клюет, друзья. Да, друзья, вот такая густерка попала, смотрите, а. Смотрите, какая красавица. Хорошая густерка. Вот такие густерки можно уже солить даже, да? Вот они. Вот густерка. Ну, спасибо, друзья, за внимание. Смотрим дальше. Сегодня, друзья, вот такой жмых у меня. Это жмых конопли. У нас, оказывается, рыба тоже наркоманом становится. Вот хорошо берет на нее тоже. Но сегодня чего-то тишина. Ветерок западный. Нет-нет, да подергивает, но мелочь. Густера. Мы прошли не за густерой, правда. Два спиннинга стоят, забросил. Тишина. Ну, подождем, посидим. Сегодня, друзья, одна густерка попадает, а? Вот такая попала, смотрите. Хорошие густерки, правда, они. А, дергается как она, дергается. Даже в руки не взять, а? Вот такая густера, густера крупная, друзья. Ну, потом дома покажу вам. Сейчас пока снимаю, насаживаю, дальше буду бросать. Второй спиннинг тоже клевал, вытащил. Но это, рыбы нету. Друзья, она ушла. Вон она плавает. Без сапог не взять. А пока раздеваешься, она убежит. Ладненько. Хорошая густера, правда, но что сделаешь. Вот, друзья, еще густерка. Вот такая. Это чуть поменьше, но тоже пойдет. Пойдет, друзья. Ну вот, друзья, сегодня кило 300 поймал. Вот такая ерунда сегодня. Вот, мелочь. Сейчас посмотрим, что там у нас, покажу. Ну вот такие густерки появились только сегодня. Больше ничего сегодня нет хорошего, друзья. Теперь будем надеяться на завтра. Но сегодня на жареху есть. Густерки хорошие, вот смотрите, какие прямо они, а. Крупные, как подлещики. Хорошие густерочки. Доброе время суток, друзья. Вон, уточки плавают около острова. Здесь возле берега были, не успел я их заснять. Они быстренько переплыли на ту сторону, к острову. Вот, друзья, первый карасик. Хороший. Вот такой. Два спиннинга. На одном дернул, сейчас перебросил. Рыбалочка начинается. Погодка сегодня хорошая. Ветра нету. Постоим, посмотрим.
Вот рыбу тащат, друзья. В каждой рыбнице по 20 тонн, если не больше. Вот которая последняя, вторая идет, там, наверное, тонн 30 точно есть уже. Вот тащит. Да, тонн 30 в ней это точно. Она до 35 тонн она. А первая, которая, то тонн 20, наверное. Подводная лодка так и стоит наша. Не хотят вытаскивать. Доброе время суток, друзья. Вот они, малыши сидят наши. Вот они, голубушки. Да? Вот они. Петя, командир. А, командир? Да, вот. Ну-ка, давай, что скажешь? Прокукарейка немножко. А? Это, друзья, будущие шашлыки. Вон они сидят. Где второй Петька? А, он там спрятался. Вон он спрятался. Внизу сидит. Вон он. Второй хозяин. Да? Петя. Петька. А, Петя. Вот он. Ой, Беля. Белька. Вот два хозяина разделили курочек себе по 6 штук на каждого. Вот такие они уже. Ну, а здесь у нас костерчик, друзья. Банька топится у нас, он. Свет горит. Уже пошли купаться. А здесь вот мы разожгли костерочек. Вот. Сейчас будет шашлычок. Шашлык я в гараж поставил, чтобы меньше пыли хватал. Дров наготовил на баню сколько. И на шашлык хватит, и на баню хватит. Везде хватит. Ну ладно, пойдем дальше, друзья. Ну вот, друзья, поставили мы шашлычок. Немного только, 4 шампура. Ну, нам хватит. А какой запах, друзья? Ох, жаль, телефон не может передать этот запах, а. На улице ветерок, дымок так и пошел. На пол села, наверное, пойдет теперь. Просто запах какой, друзья. Вот я уже перевернул, друзья. Не знаю, видно вам или нет. Вот они. Пускай стоят. Вот, друзья, петушок сидит. И 6 курочек. Это вот его компания. Ой, убежала. 2 убежали. Не захотели на видео сниматься. Какая красота, друзья. Запах какой, просто невозможно. Вот так вот. Ну вот уже подходит, друзья. Такой шашлычок будет у нас. У нас уже темно. Курочки все, спать пошли. Нету их. Я уже с фонариком возле шашлыка. Наголовник у меня.
Вот разбойник пришел, рыжий мой. Ну вот, друзья, все уже. Наверное, хватит. Шашлык готов.